имя Арнольд Шварценеггер говорит само за себя. Это мультимиллионер, кинозвезда и бывший губернатор штата Калифорния. Но мало кто знает. Мало кто задумывался, что он добился всего сам. В его жизни были времена, когда у него не было ничего. Но он верил в силу сознания и подсознания. Еще в детстве он мысленно представлял себя таким, каким хотел стать. В своих мыслях он уже был уверенным, богатым и знаменитым. С вами я и моя новая программа «Энергия изобилия». Феерическая наука, искусство жизни. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Смотрите мой канал, мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфудин через дефис. Это пишется на русском языке. Два мои канала Ютуба. Вы также найдете, как их найти, точно на моей странице ВКонтакте. Так что вот в моем брендировании к моему видео. Ну что, читаю дальше. Это читаю мою книгу. Я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Еще для присвоения ему титула «Мистера Вселенная» он столько раз представлял себя, как побеждает в турнире и получает главный приз, что уже не сомневался, что это станет для него реальностью. Но это не значит, что он сидел сложа руки и ничего не делал. Совсем нет. Он много тренировался, работал, ставил перед собой цели и достигал их. И сознание, и подсознание помогали ему в этом. С карьерой в кино было точно так же. Он представлял себя талантливым актером, зарабатывающим большие деньги. Буквально ощущал успех. У него не было никаких сомнений. Он знал, что это произойдет. Арнольд Шварценеггер твердо верил, что мозг является ключом к осуществлению всех его планов. Мысленные картины становились формой, которые наполнялись энергией и стали для него реальной действительностью, а он стал знаменитым, известным и богатым. Так что вот, просто если говорить, также мы с вами будем говорить, смотрите мои программы про Джона Кеха. Джона Кеха, может быть, знает узкий круг людей. Так что вот. Так же, как и Энтони Робинс, Луизу Хей, в принципе, они добились успеха в жизни, но не так известные, как Арнольд Шварценеггер. Арнольда Шварценеггера, в принципе, знает практически весь мир. Голливудский известный киноактер. Вот такие вот дела. Энергия изобилия. Ну что, посылаем любовь,
по Клаусу Джоусу, аффирмации по Луизе Хей, а также феерические аффирмации по Джиму Керри. Кстати, вот Джим Керри, феерические аффирмации по Джиму Керри, который тоже известный киноактер, главной роли фильма «Маска». Впитываем богатство по Джону Кеха. Карту сокровищ составляем по Марку Профиту. И многое-многое другое. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Санфилд.